споре рождается истина. В конструктивном диалоге прошло заседание тренерского совета Белорусской Федерации волейбола. Руководство ведомства и наставники, а также руководители клубов обсудили ряд проблемных вопросов, с которыми столкнулись при проведении национального чемпионата. Полемику вызвала система определения сильнейшего, согласно которой золото завоюет не тот, кто наберет большее количество очков, а тот, у кого будет больше побед. Кроме того, уделили внимание уровню игры белорусских клубов. На следующий год нам стоит задуматься, как выровнять чемпионат, чтобы было больше команд одного уровня, чтобы непосредственно в каждой игре чувствовался азарт и накал страстей. Помимо прочего, были отмечены заслуги мужской и женской молодежных сборных, которые вышли во второй раунд квалификации. Не обошли вниманием и прогресс национальных дружин, которые впервые выступят в Евролиге.